кодекса судопроизводства Российской Федерации. Суд определил объединить в одном производстве. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшние свои впечатления от заседания. Суд объединил все три наших иска, несмотря на то, что у них разные предметы, и они различны по истцам и ответчикам. Тем не менее, по ходатайству стороны комиссии по делам несовершеннолетних, к которым совершенно отдельные требования, суд принял решение, что все три иска сходны по тематике, предмету и сам ответчикам, и решил в целях процессуальной экономии объединить. С одной стороны, в целях процессуальной экономии это действительно разумно, я бы даже не возражала против объединения двух исков к полицейским ведомствам и лично к инспекторам МЖСК. По практике такие ходатайства обычно следует расценивать скорее как шаг в сторону того, что суд готовится просто красиво отказать по одному большому иску, чем дробить, писать сказанное решение по трем разным искам. Тем не менее, мы настраиваемся на хорошую защиту интересов, работу, представление доказательств, и, в общем-то, без борьбы иск сдавать не будем. Я полностью поддерживаю позицию Татьяны. Ну, посмотрим, что будет. Я, конечно, понимаю, что наши факты, мои дипломы, дипломы моих детей никого, в общем-то, не интересуют. Девочки учатся в музыкальной школе, да? Девочки, да, учатся в музыкальной школе. В школе достаточно разносторонне развиты. Мне кажется, вообще у меня дети одни из счастливых детей на свете. Ну вот, допустим, из 30 человек в классе, там они там ходят в двойку каких-нибудь отличников, в тройку. Кто учится у них в музыкальной школе, нет никого. Кто вот Варя играет на трех инструментах, кто вообще в школе как раз еще играет на трех инструментах. Ну просто покажите. И в то же время есть претензии со стороны школы, что ребенок не посещает. Да, то, что я вот их воспитала неправильно, то есть я считаю, что у меня дети одни из таких фронт девочек могли бы быть в этой школе Некрасовка, то есть такими детьми надо было бы гордиться. Школа и гордилась до недавнего времени детьми, потому что мы представили материалы дела диплома и Варе как одной из лучших учениц, победительниц конкурсов, олимпиад, с благодарностями за сбор, по-моему, макулатуры, там что-то с бумагой было связано. И подписана она была лично директором школы Булаеве, которая, собственно, и дала первый сигнал и запустила весь этот процесс, который мы сейчас вынуждены обжаловать. В разных, сначала в суде, а впоследствии, я думаю, будет дальше. Потому что я не убеждена, что вот в нынешних реалиях и по данной теме суд решится на не в нашу пользу. Хотя, конечно же, мы будем бороться, и я думаю, что, возможно, и все будет по-другому.